З размовы об наркотиках спеціалісти Центру гігієни, епідеміології, громадського здоров'я разом з наркологами і митниками прийшли до відпочиваючих у літніх школьних лагерях. А б тим, що профілактиці наркоманії починати треба з школ, говорить статистика. Більшість наркоманів першуню поспробували наркотики у підлітковому зрості. Така проблема, вона дуже сильно б'є і несет сильный удар среди молодежи и также тем самым несет угрозу семейным ценностям и социальная безопасность страдает именно семьи. Падчас акції са школьнікамі вялі размову ўрачы, псіхолагі і спецыялісты мытні. Падлеткі ўбачылі фільм пад назвай «Выбір жыццё без наркотыкаў» і відэаролікі аб аператыўнай работе праваахоўнікаў. Действительно, это безумно страшная вещь. И я искренне не понимаю, как люди могут вообще проявить какой-то интерес к этому. Они, во-первых, безумно ужасно относятся к себе и к своим родственникам. Для меня наркотики – это только одна ассоциация – это смерть, потому что ни к чему другому, как это все описывается, привести это не может. Только смерть, только какие-то, не знаю, если не смерть, то разрушенная жизнь, разочарование для людей, для их близких. Познайомили школьников из работы кинологичной службы. Брестская мытня продемонстрировала затримание наркодилеров с допомогой собак. Настоящий период, это как спокон веков, оно длится. И человечество не может обойтись без собак. И вот сейчас, в этот период, собаки нам очень хорошо помогают. Это быстрый, хороший, очень надежный досмотр, осмотр транспортних средств пасажирів. Ганна Буйкевич, Володимир Козаков, телерадіокомпанія «Брест».